Мы просто растапливаем жир и воду. Почему не в микроволновке? Потому что нет у меня микроволновки дома. Нету! Здравствуйте, друзья! Канал «Завали Едальник», меня зовут Василий. Сегодня у нас очередной разбор тушенки. Прошлый ролик про тушенку главпродукта, смотрите, кто не видел, хорошо зашел. Ну, для моего канала хорошо. И я решил сделать обзор на еще одну тушенку, а потом на еще одну, возможно, а потом на еще одну. Ставьте лайк сразу, если вам нравится эта идея. И пишите комментарии, почему или что вам не нравится, ну и так далее, и так далее. Спасибо моим топовым бустерам, деду Антону Могилеву, Юле Соколовой, Павлу Петрову. Хочешь, чтобы я тебя тоже упомянул? Ссылка на бусти в описании. Там можно, кстати, не только большие донаты делать, ну, в смысле, подписки на месяц несколько, но можно и разовую какую-нибудь денежку мне заслать, если вдруг интересно. А сегодня у нас тушенка совок. Совок – это, прям скажем, тушенка такая неплохая, всегда считалось. Всегда считалось, что вот совок практически эталонный, там, эталонный тушняк. Надо брать его, стоит 165 рублей, не так уж и мало. 325 граммов в этой банке, чуть меньше в главпродукте. Давайте взвесим банку, что ж, раз уж начали. Я уверен, правда, что там все нормально. Так. Весы. 382 показывает вместе с банкой. Ну, думаю, что все хорошо. Открываем. Вот, давайте покажу сразу тушенку. Видите, тут нормально все. Как бы есть кусок мяса. Давайте я вот так сейчас сделаю. Кусок мяса. Тут вот нет такого количества желешки и тому подобного, как бы в главпродукте. Вот он отдельно все лежит. Вокруг бульон. Давайте достану. Просто писали, что, дескать, ну жир же и желешка, это же тоже вкус. Это же тоже тушенка. Ну да, но вопрос... Я не говорю, что вообще не должно быть жира и желешки, но вопрос в объеме, потому что тут вот столько всего, вот и жира, и желешки, и там вот еще даже я кусок мяса не выловил. Вот, давайте взвесим вот именно мясную составляющую. Так. между прочим, 208 граммов, при том, что банка меньше, чем была у главпродукта. То есть 325 – это масса нетто. Получается, что у нас 125 граммов водички и вот желешки, а 205 граммов мяса. Ну, нормально, мне кажется. Но мы сейчас, конечно же, пойдем к сковороде. И будем все это вытапливать и, ну, не вытапливать. Мы не то, что вытапливаем, прямо испаряем воду. Мы не держим ее на сковородке дофига времени, чтобы она там скукожилась и сжалась. Нам нужно растопить, чтобы вот жир и другие жидкие, на самом деле, фракции превратились в жидкость, как это ни парадоксально, и оставили только твердое, понимаете? Мы не держим на сковородке долго, выпаривая влагу, чтобы было мясо поменьше. Ничего подобного. Многие писали, если засушить, там, дегидрировать. Никакой дегидрации, сушки нет. Мы просто растапливаем жир и воду. Почему не в микроволновке? Потому что нет у меня микроволновки дома. Нету. Вот извините, нету, не держу. Поэтому сейчас пойдем к сковородке и тихонечко, без фанатизма, растопим просто жирок и посмотрим, сколько мяса останется. Все, мы кладем мясо на сковородку, если это мясо.
Понятно, что будет ужарка, усушка, утруска. Это все так. Тут тоже, конечно, нашлись кусочки какого-то соединительной ткани. Мы сейчас все это отберем. Пока только мясо собираем и выкладываем. Кстати, запах совершенно разный, потому что тут вот пахнет говядиной. Главпродукт пах не очень, если честно, каким-то не тем он пах. Ну что ж, тут тоже у нас есть вот какие-то фракции, которые мы не хотим. Вот, сразу сюда поставлю. Какие-то вот дрожащие вот эти штуки. Соединительная ткань явно. Это вот какой-то жир. Тоже убираем его. Это что у нас? Это тоже, наверное, уберем. И в принципе все. Остальное мясо. Вот прям мясо. Ну что ж. Помните впечатляющий результат главпродукта в 66 граммов? Давайте посмотрим, чем нас порадует совок. Так. Тип. И совок у нас. А говорите выпаривать 146 граммов мяса. Вот, вот, это нормально. То есть банка тушенки, там жир, я понимаю, там и сало есть. Там и водичка есть, и бульон там остался, и желешка осталась. Все это правильно, важно, прекрасно. Но 100, почти 50 граммов мяса в результате есть. То есть вот оно, это мясо. Не скажу, ну половина банки получается. Половина банки все-таки мясные какие-то составляющие. Не 66 грамм, как было в продукте, а делал я то же самое. Поэтому... Совок признан. Вот давайте вот прям вот возьмем вот кусок, вот прям вот, вот, вот. Вот в главпродукте у меня был такой шанс, чтобы вот так разрезать, а там вот так вот волокна вот такие вот. Нет, не было. Нормальная тушенка. Мясная. Извините. Тут вот вообще ничего нет. Никаких жил, жира. Вот, видите, чистое мясо. 150 почти граммов. Нормально. Совок проверку потрошением, я считаю, прошел. Не знаю, пишите в комментах, нормально это или нет, такой результат. Подписывайтесь на Boosty, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я всех люблю, кроме некоторых. Пока!